Мяу! Всем привет! С вами Лискин. Тема сегодняшнего видео – криптовалюта Ravencoin на бирже Gate.io. Ну что, начнем? Но перед этим переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости из крипты, делится своими мыслями и пишет все, что он делает в данном канале. Заходи, там много что интересного. Тем более на этом еще можно заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. Технический документ Ravencoin был опубликован Брюсом Фентоном, основателем проекта. Он первый предложил идею, описывающую принципы крипты Ravencoin. Также он является специалистом по финансам. В создании также участвовала целая команда, среди которых еще одно выдающееся имя – Трон Блэк, ведущий крипторазработчик. Эти люди выделяются среди криптотолпы тем, что все они были опытными бизнесменами и разработчиками, прежде чем начали этот проект. Само название криптовалюты Ravencoin можно перевести как «воронья монета». Дело в том, что создатели этой платежной единицы на момент ее появления были увлечены неким фантастическим сериалом «Игра престолов», где основным скоростным способом передачи информации являются птицы – вороны. Давайте поговорим об особенностях крипты. Ravencoin или RVN – это альткоин, построенный на развилке биткоина. Проект открыт с 3 января 2018 года. Сеть обладает открытым исходным кодом. Также проект заточен на продвижение технологии и имеет сильное и быстро растущее сообщество. К техническим отличиям монеты Ravencoin относятся: время генерации единицы цепочки – 1 минута. Объем от 1 мегабайта, но криптосистема может масштабироваться и увеличивать его до любого необходимого размера. Эмиссия – 21 миллиард монет. Высокая скорость транзакций. Что влияет на курс криптовалюты? Рыночные котировки многих криптовалют складываются из разных факторов. Основным считают соотношение между спросом и предложением. Однако, если скрупулезно изучить вопрос, можно обнаружить целый ряд показателей. Так или иначе, они влияют на котировки монеты. И первый – это признание или запрет криптовалют национальными банками. Второй – это новостной и информационный фон. Третий – это конкурирующие проекты, имеющие схожие цели и способы их достижения. Четвертый – количество транзакций, проводимых в промежуток времени. Пятый – сообщество, насколько оно большое и активное. При этом не стоит забывать, что вороний токен – это альт биткоина, и его курс сильно зависит от колебаний главной криптовалюты. Если вас заинтересовала данная криптовалюта, то сейчас я расскажу вам, как ее приобрести. Для начала нужно пополнить баланс. Заходим на страницу «Купить криптовалюту». Затем выбираем валюту, которую мы хотим обменять на криптовалюту и провайдера. А чтобы закинуть криптовалюту на счет, перейдем в кошелек. Для этого перейдем в депозит, выбираем нужную нам монету. В нашем случае это будет Ravencoin. Главное не ошибиться с выбором сети и адресом. Далее переходим в окно Spot и в поиске ищем нашу криптовалюту. Здесь указан ваш баланс в USDT. Ниже показана комиссия. Вводим сумму и нажимаем «Купить». Справа указан ваш баланс криптовалютных монет. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, то обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, а с вами была Лискин, всем удачи и всем пока!